Тема 745. Как художница делает украшения методом лазерной резки? Как художница делает оригинальные украшения при помощи лазерного резака и принтера? Девушка-иллюстратор из Англии решила воплотить свою любовь к рисованию в украшения. Сначала она работала с пластикой. Но после нескольких ожогов и шрамов, полученных ножницами при работе по этой технологии, она отказалась от этого материала и начала заказывать лазерную резку своих фигурок. Фигурки она затем раскрашивала, прицепляла к цепочке, получался оригинальный кулон. Свои украшения она начала продавать в своем магазине на Etsy.com/shop/birgpeliase. Ее украшения так понравились посетителям Etsy, у нее так хорошо пошли продажи, их уже более 5900, что уже через год художница купила лазерный резак и теперь могла сама нарезать нужные фигурки, продолжая раскрашивать их вручную. А еще через полгода она купила планшетный принтер и стала печатать свои иллюстрации прямо на дереве. Получается, творческому человеку сегодня не нужно проходить курсы ювелирного мастерства, чтобы создавать оригинальные и пользующиеся спросом украшения. Достаточно просто уметь рисовать, а все остальное за вас сделает техника.